кто такой классный на солнышке лежит, греется? Кто такой красивенький на солнышке лежит, греется? Ти, моя сладкая булочка. Ой, потягулечки. Сегодня такое солнце теплое. Хоть на улице мороз. Да, а ты, девочка, солнышко начала тут приезжать, уже рановато еще. Классно. Ну нет, вот ты потрогай, какая она теплая. Вот я это. Тут Меська великодушно поделился подстилочкой, правда, он об этом не знает. Полы очень теплые. Пойдем, Гидус, я тебе покажу, что с этой штукой надо делать. Пойдем вот сюда. Тебе будет удобно. Идем, малыш. Идем сюда. Ты, пап, что-то новое в руках принес. Страшно. Мягкое. Оп. Вот. Как? Теплое, мягкое. Ты, конечно, описываешь это все. Но она легко стирается. На полочку сейчас положим, чтобы... Очень удобненько. Спасибо тебе. Спасибо. Я просто, Маша, чтобы в щели снизу не тянуло все-таки у нее, это, у кошки, чтобы не простыло. У Меськи достаточно подстилочек, на одну меньше будет. Одна будет Гердина. Ты здесь посидишь, а я схожу за расческой. Посидишь тут? Ты вот тут. Да посижу, скажи, посижу. Сейчас ты придешь, и я приду. А, вот так, да? Гердусь, Гердуся. Герда, зайк, смотри, вот сюда понес. Смотри куда. Вот здесь. Вот так. Да, лучше так. Да. Лучше так. Вот. Залезай. На солнышко. Твоя. На солнышке прям. Залезай скорей. Иди, малыш, иди наверх. Иди. Иди, моя хорошая, идем. Идем сюда, я за чесалкой. А я за чесалкой, а ты сюда иди. Иди скорей сюда. Идем. Вот, папа. Моя хорошая. Вот. И ложись. Ой, так, вот тут колтун. И вот колтун на попе. Жди меня тут, не ходи. Сейчас я вернусь. Я за инструментом. Сейчас приду. Я с тобой. Ну, пойдем. Любопытные тоже, как Масян. Везде все надо. А что тут? А куда пошли? А я с вами. Ну, я же вот даже зайти не могу. Ты попой загородила весь проход. Так, вот это берем и вот это берем. Да твое, твое. И это. Обе твои, обе. Скажи, ты сам залезай, и я к тебе приду. Давай, я сейчас буду тут с твоей попой разбираться. Вот так, конкретно вот с левым боком. Сейчас тут грубость сначала попробую. Блин, что ж ты там такое, как ты так умудрилась-то, а? И что там такое? Там прям... Слипшаяся, просто свалявшаяся шерсть. Ну, тут до я такой уже степени? Пыталась ее даже руками просто раз это... А, вот, да, я себе вынул. Вот, вынул, вот. Да. Подшерсток вылезает. Подшерсток, да, вылезает, и вот он компуется. Ага, есть. И второй вычесал. Гердуленция. Гердуленция, пойдем приляжем. Пойдем. А это твои, да? И будем вычесывать. Пойдем. На теплую подстилочку мягенькую. В наш спайлакс. Добро пожаловать. Дмитриев and Company Incorporated Limited. Он у нас почти сетевой. Спасибо, вы очень правильно все делаете. Вот моя голова вам. Взаимное вычесывание, вылизывание. Мне бы какой-нибудь запасную голову. Противогепардячий шлем, да. Ау. Вот так колтуны вон как вычесываются хорошо. И сейчас вот меленькой уже дочешу. До конца. Блин, меняй позицию. Локацию ай-яй. Меняй. Ай-яй, блин, как больно-то, а. Ну, а иначе она сейчас уйдет, не буду терпеть. Я знаю. Так что терпи и ты. Только вопрос в том, что я ей колтуны вычесываю, а она мне кожу, по-моему, снимает. Ой, через тернии к звездам, а. Вот тут же уже смотри, вот ни одного не осталось, ты какая гладенькая попочка. А тут вот прям как будто целюль у тебя. А его нет. Не убегай. Надоело. Да там прям мелкие остались, чуть-чуть. Я большие-то все снял. Выходи. Ти, моя хорошая. Кошка. Давай, не попу. Какая ты классная кошка. Зачем ты в обратную сторону? А потому что они не вычесываются. Давай, я тебя отвлеку по чесушками. А папа дочешет тебе колтуны. Есть еще. Давай. Сейчас еще немножечко. Ти, моя хорошая.
Почему все не любят так колтуны снимать? Сами потому что нравится. Они цепляются, они неприятные. Тимные, сладкие. Да, ты пока можешь мне ручки полежать, а тебе пока там порядок наведут. Красоту и порядок. Тимный, сладкий. Ты такая теплая на солнышке вообще. Как печка. Ты такая теплая. Полы такие тоже теплые, нагрелись от солнышка. Ну зачем мне штаны облизываешь? Потому что папа там не чешет, скажу, у меня рефлекс. Ага, вот тут еще один остался. Не дам, не дам, не дам. Да его вот по мире. Сейчас ляжет. Коза, именно на тот бок. Вот так. Она сегодня прям балдеет на солнышке. Мурчит. Мурчат, приходите. Давай еще один остался. Пойдем. Пойдем, еще один вычешем. Пойдем.